За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 130 жителям. 101 человек вылечился, летальных исходов 9. На заседании оперштаба проанализировали текущую обстановку. Одна из насущных проблем – снижение уровня концентрации покупателей в больших торговых центрах. Приближение Нового года оживило торговлю. В продовольственные супермаркеты, крупные торговые центры в эти дни ходят много покупателей. Праздник никто не отменял. В связи с этим Минпромторг России совместно с Министерством финансов Чувашии и Роспотребнадзором разработал комплекс мер по снижению напряжения в этих местах. Владельцам торговых центров, гипермаркетов и супермаркетов рекомендовано три вещи. Первое – увеличить время работы торговых объектов, вплоть до перевода на круглосуточный режим работы. Дальше. Увеличить количество работающих касс, чтобы сократить очереди, в том числе ритейлерам. Дальше. Запускать предновогодние акции с начала декабря и проводить эти акции в первой половине дня. Наряду с этим Минпромторг России рекомендует не закрывать в регионах ярмарки и рынки, так как это может привести к массовому наплыву в оставшихся местах торговли. Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует не проводить корпоративы, а новогодние праздники для детей сделать в формате театральных постановок. Кроме соблюдения тех ограничений, которые были введены ранее по указам главы, 166-м указом, это заполняемость зрительного зала на 50% посадочных мест, соблюдение социальной дистанции при рассадке зрителей масочного режима, предлагаем исключить из программ мероприятий проведение игровых конкурсов, вождение хороводов с целью соблюдения социальной дистанции. В отношении учреждений дополнительного и высшего образования ограничения сохранятся. Отдельная тема – вакцинация. Напомним, первыми от COVID-19 привьются медработники, учителя и соцработники. В республику поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции гамма-ковид-вак торговой марки «Спутник Ви». Значит, всего 1142 дозы, 42 дозы, мы помним, поступили ранее, и сейчас еще вот поступили 1100 доз. Вакцина направлена в 11 медицинских организаций. Все медицинские организации оснащены низкотемпературными холодильниками. Олег Николаев отметил, что в случае усугубления ситуации могут быть введены дополнительные меры ограничения. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика.